Вечер. Приключения любовные продолжаются. Сегодня у нас опять на площадочку пришла Боня. Наша блондиночка Бонечка. Она тоже очень темпераментная, страстная, влюблена в Татошу. Татоша тоже в нее влюблен. Татоша у нас в кого только не влюблен. Снег влюблен. Ну-ка, фу. Так что сегодня у нас любовный снежный сюжетик обеспечен. Так, это у нас было небольшое вступление. Да? Что, уже все, жажда замучила? Привет. Так, папа пока прервется. Так, я еще раз включился. Так, Татоша, хоп, давай. Ну, Бонечка. А Бонечка, наверное, выпрашивает вкусняшку. Вкусняшку. О, препятствие стало немножко пониже. Татоша. Ну, давайте. Покажите, как вы играете. Ну, как вы играете. Вот так играете. Татоша у нас пушистая игрушка. Вот так. Все, прилег. Нападаешь? В засаде? Притаился? У Бони перекус. Веточка. А у Татоши что там? А у Татоши ледышка грызет. Вот так. Только начнешь снимать. И тут же сразу у них перерыв регламентированный. Ну ничего, сейчас немножко погодя, они выпустят пар друг к другу. А я пока погрею руки. Так. Вот так вот. Ну тут комментарий излишний. Все очевидно, что невероятно. Невероятная парочка. Татоша. Бонька. Ах ты Бонька. Бонька и папу любит. И Татоша. Боня всех любит. Ну-ка. Опа. Вот так. Вот так. Хорошо, что есть возможность снимать вечером. И тень видно. И Боньку. И Татоньку. Пауза. Папа приткнул свою точку опоры и будет снимать эту землю. Всем вроде все видно. Ну, идите сюда. Иди, чмоки в камеру. Вот так для нашей мамы. Ну, а ты давай без чмоки. У тебя нос такой, что не войдет ни в один объектив. Боня. Ой. Дразнилку Татошину. Ох, не дай бог Татошину дразнилку. Он за дразнилку у папы в прошлый раз чуть руки не выдернул. Вот так. Татоша, ну идите играйте, бегайте. Да мы сейчас скоро уже домой пойдем. Нас Паша с мамой ждет. Опа. А вы только погулять вышли, да? Ну ничего, мы полчасика-то найдем уж для таких красавиц. А, Боня? Ну, давай, Бонечка, иди. С Татошей поиграй. Да Татошу домой поведем. Татоша, ну давай. Ну. О, я не Татоша. Во. Вот так вот. Во. Ну, нужно просто было показать правильное направление. Да, Боня? Нет, это неправильное направление. Неправильно. Там неправильное направление. Вон там правильное направление. Понял.
Давай, фас его, фас его, фас его. И в фас, и в профиль. Давай, Боня. Боня. Что ты там унюхала? Что ты тут унюхала? Иди, иди, вон такая большая лохматая игрушка. Не у каждого дома есть. А на улице тем более. Вон она еще сама бегает за тобой, эта игрушка. А, Бонечка? Давай, давай, солнышко. Давай. Ой, что-то она там... Папа в воротах встал, защищает Татошино имущество. Пока Татоша занят. Давай, давай, давай. Ну вот, в общем, вот такие сюжеты. Вот такие вот игры. Вот такое вот настроение. Вот такое настроение. Ладно, выключаюсь. Всем доброго вечера. Заходите в гости к Татоше на канал. Смотрите сегодняшние Татошины приключения с Бонни. Сцены. Всем папа пока. Тут не заснял. Не включился. Смартфон. Ну что-то... Татоша! Ну-ка! Ну-ка, нельзя! Нельзя, блин! Инстинкты остались. Че, Бонечка? Ничего ты? Не пострадала? Нет. Скажи, я бы и рада пострадать. Но вот он... Ой, нельзя, нельзя, нельзя. Все, Татоша, немножко выпустил пар, да? Сегодня будешь уросить опять. Будут тебе сниться девчонки. Будешь скулить. Так, он так скулит. Я все хочу заснять, да? Все, лень вставать. Надо как не полениться. Встать, когда он спит. Ну, или днем. И заснять. Как Татоша снятся эротические сны. Вот такое маленькое у нас включение. Да, Бонечка? Бонечка, Бонечка. Татонечка, Татонечка. Ладно, выключусь. Буду начеку.